Верпазар. Ветерочек, правда, тот. Но мы снова приехали в Верпазар погулять. Вивьен, правда, спит в машине. И мы так чуть-чуть тут гуляем. Ждем, пока приедут украинские черногорцы. И что-то мы договорились, а они что-то долго. Да, так что... Короче, долго они едут. Вон, смотрите, какой памятник. А только как на въезде в Верпазар нас спросили, мы откуда, на каком говорим. И они, короче, тут берут за вход, да за все берут. Походу, наверное, я не знаю, но с туристов берут нормально бабла. И мы просто проехали без каких-либо денежных квот, но вообще они, наверное, берут деньги. Что, Катенька? Эти черногорцы только моются. Да ладно. Да. Ужас просто, ужас. Так быстро люди очерногариваются и забывают, что такое тайминг и вообще пунктуальность. Ну окей. Даже не знаю, что вам тут показать. Вот весь Верпазар. Вот оно. Вот это вот все. И все. Посмотрели, и мы посмотрели. Будем теперь ждать. Опять гоняем где-то в лесу. Да, едем на какое-то место классное, Катина. Я не помню. А, там, где пчелы гули, вот это, да? Да, там, да. Да. Это, там, наверное, ну, короче, район Верпазары. Да. О, орел, видел, да? О, да, орел был вроде какой-то. О, змеюка. Ай, где? Шнурок. Она нас жива. Ой, она уже... О, вон, смотри, да. Какой. Орел, да, класс. Это орел был, да. Вам повезло. Редкий кадр. Близко. Один раз мы вот так вот просто наверху на столбе каком-то орла видели. Это тут тоже какой-то цапли. Да ладно, расскажи. Да, это с постером. Да? Да, да. Ну ладно. Короче, был так прям близко. Большой, да, дорог. Ку-ку. Ку-ку. Ать. Кто-то выспался хорошо. Гляньте, как тут классно. Мятик с Вивьеткой. Самый главный путешественник. Ну, вот только что можно было остановиться. Вот смотрите, сколько. Они не будут трогать, у меня у папика улики такие. Смотрите, сколько пчел. Я папе находила, одна что-то не понравилось. И она, да, главное руками не махать и кидай все. Убегать, если вон что. Сколько пчел, видите, там. Да, вот летают. Они, все они тут к воде летают пить. И собирают цветочки. Угу. Они свой путь какой-то сделали. Да, да. Ой, бабочка, да, дочь. Бабочки везде. Угу. Подготовленьки начались. Да. О, чашки так чашки хоть. Вот он, этот мостик классный. Мы здесь были осенью, по-моему. И фоткались тут. Вот, смотрите, какой прикольный. Там вот рыбки плавают. И мы, короче, встретили змеюку. Переползала парочку. И этот. Так что тут еще в прошлый раз трактор был, что-то рыл, непонятно. Но вот такая вот природка нас сегодня окружает в нашей чайной церемонии. Вот акации доцветают. И, кстати, там вот те пчелы, которые мы проходили, они по-любому таскают вот эту вот акацию, которой тут очень много. И такой акациевый мед скоро будет в Украине тоже. Вот, смотрите видосики. Речечка. Вон, тут ветер дует, наверное, вам. Но тоже красиво. Эх, Черногория, Черногория. Тут на самом деле классно.
Но мы все равно уезжаем. Давайте, что там? Паук! Паук! Где? Ты как мама уже боишься их. Наш селфи. Ой, какая Вивьен красивая. Ой, какая красивая. Что тебе? Да, мне больше. Нету. А мы пачки одевать. Давай, покажи. Что? Покажи очки. Давай. Послушайте, как там вдалеке речечка звучит, шумит здесь птички. Слышите? И ничего кроме них. Ой, на самом деле такими местами Черногория богата. Такими, где толком нет людей, где вот так вот тебя окружают вот такие горы, вот просто нас же вон окружают просто горы, 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 горы. Вот мостик и речечка, и гляньте, виды, виды какие, просто, просто круть. И в такие места круто приходить и размышлять о бытие. И так что это в продолжение утреннего моего спича небольшого. То, что стоит ли приезжать в Черногорию? Да, стоит, чтобы приехать, отдохнуть, собраться с мыслями, проанализировать, взвесить себя. Особенно если вам 30 уже, то это, конечно, классное место. И дальше двигаться. Как вчера, как Катя вчера сказала, что ее спросил друг наш, где бы ты хотела, что ты выберешь, Черногория, Нью-Йорк или еще какой-то город, короче. И Катя говорит, умирала бы я в Черногории. То есть здесь круто, вот старость провести, наверное, очень классно. Вон, смотрите, какая горушка сверху. Старость здесь проводить классно. И ну и вообще сюда, наверное, если мы еще год назад думали, что мы сюда больше не вернемся, а так вот смотришь, приехать сюда, встретиться с друзьями, наверное, тоже вариант. Если таковые здесь останутся, когда мы созреем. Хотя у нас много местных друзей появилось. А, да, так что вот такой. Не со всеми друзьями получилось встретиться до уезда, и скорее всего уже не получится с некоторыми встретиться. Но такое. Окей, все, мы сейчас двигаем дальше. И видимся.